Компании, специализирующиеся на выполнении работ в нефтегазовой отрасли, представили свои презентации руководству региона и своим коллегам из других компаний, работающих на территории Ненецкого округа. Главная цель встречи – заявить о своем присутствии в регионе и наладить взаимовыгодное сотрудничество с окружными нефтяниками. Руководитель ЗАО «Энергонефть» Владимир Войцеховский и генеральный директор ООО ТКО «Сервис» Тимофей Киршин рассказали участникам встречи о сфере своей деятельности, возможностях и основных преимуществах. Обе компании специализируются на подрядных работах в нефтегазодобывающей отрасли и имеют большой опыт работы в условиях Крайнего Севера. Главная цель встречи – заявить о своем присутствии в регионе и наладить взаимовыгодное сотрудничество с окружными нефтяниками. А 8 июля в администрации НАО состоится еще одна подобная встреча с руководством нефтяных компаний «Восток НАО» и «Башнефть Полюс», которые расскажут о текущем статусе проекта на месторождениях имени Трепса и Титова.